объекту, что он предоставил нам такую возможность. Отличный матч. Пару упражнений были прям очень классные. Они стали интересными и даже с азартом. Я бывал в Финляндии, мне очень нравится этот формат. А если он еще пройдет под эгидой объекта, он тем более будет интересен. Я думаю, что нужно обязательно записываться и ехать. Для начинающих стрелков я считаю, что это очень полезно. Когда я начинал, я ездил немножко. Во-первых, интенсивный настрел, во-вторых, на свежей природе, в-третьих, очень опытный квалифицированный стрелок.